Привет, друзья! Закончили мы уже обрезку. Опять сильный ветер. Прошу сразу прощения за качество съемки. И кучу лозы уже повытаскивали с междуряди. Будем готовить уже к укрытию. Меня спрашивают, что мы делаем с излишкой лозы. В наш век газовой независимости мы ее перебиваем, уменьшаем. Вот. Рубки. Вот на этом агрегате. И потом приступим в брикеты. Используем в качестве топлива. Вот эту лозу. Мы будем перебивать с помощью такого измельчителя в баулы, потом погрузим, перевезем и будем делать из них брикеты топливные. Бегат наш. Сейчас запустим, будем работать, покажем, как это дело происходит, естественно, в действии. Все, поехали! Так, друзья, вот у нас уже мешки набитые, будем завязывать, грузить. Вот лозу, которую мы снесли, там еще осталось немного. Так, это заря не святая, Байконура немного осталось, ландыш. В общем, все не кондицию и не нужно, мы используем в качестве топлива зимой. Вот сегодня-завтра измельчим нашу лозу и приступим к укрытию винограда на зиму. Всем мира и добра, друзья. До новых встреч.